Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы давно ждете новостей от нашего канала, и сегодня у нас новости есть. Сегодня у нас эксклюзивный обзор. Сегодня вашему вниманию мы представляем динамики компании Russian Bus. Сегодня у нас на обзоре будет двадцатка и рупор. Станьте первыми, кто увидит продукцию компании Russian Bus. Сегодня мы распакуем динамики, обязательно их послушаем, пробежимся по их характеристикам, ну и еще может быть какая-нибудь информация. Философия компании Russian Bus очень проста. Главное – это качественный конечный продукт, это сбалансированное звучание, породистый звук, ну и, собственно говоря, весь характер, начиная от упаковки и заканчивая конечным пользователем. Ну, рассказывать можно долго. Какие-то вопросы вас будут, спрашивайте в комментариях. А сейчас мы приступим к распаковке. Тут у нас представлены динамики в размере 8 дюймов. Коробка имеет фирменный логотип, информацию о модели динамиков, о сопротивлении и о мощности РМС. В коробке у нас имеется инструкция, упаковка внутри оформлена вспененным поролоном для того, чтобы при транспортировке динамики оставались в целости и сохранности. Также дополнительно динамики еще упакованы в полиэтиленовый пакет. На лицевой стороне динамиков мы не видим никаких логотипов, никаких брендов. Это принципиальная политика компании Russian Bus. Суть в чем? Мы хотим, чтобы люди в данном динамике обращали внимание именно на его звук, как он играет, а не на его бренд. Здесь мы можем наблюдать двухволновой подвес, потом у нас идет из целлюлозы диффузор с секретным компонентом, который производитель раскрывать не намерен. И посередине имеем колпачок из карбона, который достаточно будет сложно продавить. Ну, в принципе, мы экспериментировать не будем, поверьте мне на слово. Обращаю ваше внимание на очень качественную сборку данного динамика. Здесь нигде не видно излишков клея. Все проработано, проводки здесь также промазаны защитной краской, чтобы, не дай бог, что-то у нас закоротило и так далее. Переходим к тыльной части динамика. Корзина у нас имеет фирменный белый цвет, прижимные терминалы, магнит достаточно увесистый. С тыльной части магнита видим информацию, это бренд, потом у нас идет название данного динамика B200RBF. Обозначает тип динамика, это Brown Band, переводится как широкополосник. 200 обозначает размер 20 см, RB обозначает Russian Bus, и F обозначает то, что магнит ферритовый, материал магнита феррит. Далее мы видим информацию о мощности, сопротивлении. Brown Band опять также дублируется информацию уже в развернутом виде о типе динамика. И снизу в последней строчке мы можем наблюдать частотные характеристики данного динамика. Здесь у нас написано от 60 Гц до 10 кГц. Инструкция к 8-дюймовому динамику. Лицевая сторона, все по стандарту, шикарный царь. Логотип, наименование модель динамика B200RBF. Далее, содержание, введение, меры предосторожности. Рекомендую меры предосторожности читать в первую очередь, чтобы случайно не повредить динамик, ну и, соответственно, не получить какие-то увечья. Способы подключения описаны у нас, последовательные, параллельные и так далее. Далее, выбор сечения акустических проводов, табличка. Рекомендуемые настройки усилителя, фильтрация. И технические характеристики данного динамика. Модель B200RBF, диапазон частот от 60 Гц до 10 кГц, материал магнита феррит, монтажная глубина 89 мм, монтажный диаметр 210 на 183 мм, мощность RMS 150 Вт, максимальная мощность 300 Вт, размер 8 дюймов, сопротивление 4 Ома. Хочу заострить особое внимание на данном пункте и сказать то, что компания Russian Bus производит динамики именно 4 Ома. Не как другие компании, которые сейчас присутствуют на рынке, у которых есть динамики по 2 Ома, по 3 Ома, которые готовы терять на качестве за счет небольшой громкости, небольшого прироста в громкости. Диаметр звуковой катушки 1,5 дюйма, тип широкополосный громкоговоритель, тип корзины штампованная сталь, резонансная частота 82,9
МГц, чувствительность 96 дБ. Далее мы видим информацию по гарантийному сервисному обслуживанию продукции Russian Bass, информация об утилизации, которая вам не потребуется, потому что данные динамики прослужат вам очень долго. Ну и, соответственно, сам гарантийный талон. С данным динамиком мы пока закончили, переходим к следующей модели. Теперь мы приступаем к распаковке динамика рупорного типа премиум-класса. Тут также мы наблюдаем инструкцию компании Russian Bass, вспененный поролон, в который укомплектованы два динамика, и каждый динамик полиэтиленовый упаковки. Данный динамик имеет широкий купол раскрыва, фазовыравнивающую пулю. Купол у нас состоит из алюминия, мембрана у нас состоит из металла, точно из какого производитель скрывает. С обратной тыльной стороны мы имеем контакты лопатки, неодимовый магнит, что увеличивает его контроль, и информацию также бренд Russian Bass, модель T100RBN. T у нас обозначает твиттер, 100 это его размер, 10 дюймов, RB Russian Bass, и N материал магнита, то есть не один. Далее мы видим его номинальную мощность 30 Вт, сопротивление, и в самой последней строке мы видим его частотные характеристики от 2 до 18 кГц. Так, ну а сейчас мы переходим к просмотру инструкции, обзор инструкции к твиттеру. Здесь также видим логотип, шикарный царь, модель T100RBN, что это, как это расшифровывается, я уже объяснял. Далее, содержание, ведение, меры предосторожности, с которыми, опять же напоминаю, лучше ознакомиться перед тем, как подключать динамики, если вы не имеете опыта, способы подключения, выбор сечения акустической проводки таблиц и технические характеристики. Модель T100RBN, диапазон частот от 2 до 18 кГц, материал магнита неодим, монтажный диаметр 100 на 63 мм, мощность RMS 30 Вт, максимальная мощность 60 Вт, размер 4 дюйма, сопротивление 4 Ома, диаметр звуковой катушки 1,25 дюймов, тип высокочастотный динамик, тип корзины литая алюминиевая, чувствительность 105 дБ. Информация по гарантийному сервисному обслуживанию, информация об утилизации и гарантийный талон. We'll be right back.
вам сказать. Это все надо слушать вживую. Никакая камера не передаст то, как на самом деле играют эти динамики. Эти динамики играют очень качественно, превосходно. Про двадцатку могу сказать следующее. Данный динамик запускали на разных жанрах: рок, рэп, поп. И все жанры отыграл данный динамик просто изумительно. Нигде не проваливался. Все просто супер. Вы когда послушаете сами, вы сами это поймете. Данный динамик мы запускали от 150 Вт в один канал, от 63 Гц первым порядком. Вот, могу сказать от себя следующее. Человек, знающий, понимающий суть вопроса, разбирающий в фотозвуке, может без проблем запускать динамики от 63 Гц при соблюдении объема и других параметров. А всем же остальным я рекомендую запускать данный динамик от 80 Гц. И он вас порадует своей широчайшей полкой, то есть, и причем в этой полке где-то приблизительно от 80 Гц до 10 кГц вы получите отличное звучание без искажений, и будете просто потрясены его звуком. Опять же, повторяюсь, данный динамик надо слушать вживую. Ни одна камера не передаст этого. По поводу твиттера хочу сказать следующее, что данный динамик имеет очень широкий диапазон звучания. Нету никаких лишних призвуков, писков, нету вот этого песочного звука. В данном ценовом сегменте это, наверное, лучшее, что можно сейчас найти на российском рынке. И вы сами, когда послушаете, вы сами это все поймете. Опять же, камера никогда не передаст так, как играет этот динамик. Планируемая розничная цена за данный динамик — это 5900 за двадцатки, 4350 это за рупоры, за пару. С таким звуком, который воспроизводит данные динамики, поверьте мне, это абсолютно недорого. Данные динамики вы можете приобрести уже сейчас, то есть стать первыми обладателями вот этих пока еще эксклюзивных динамиков на сайте storebass.ru. Ссылку на данный сайт я оставлю в описании к данному видео. Напоминаю, что цена за данный комплект 5900 и за рупоры 4350. Также послушать и приобрести данные динамики вы можете в магазине FlexCar Audio по адресу город Саратов, улица Чернышевского, дом 123. Также хочу поделиться секретом, что к данным динамикам уже разработаны 3 16 середины, и 2 из них я вам сейчас могу показать, но не буду про них рассказывать. Подробности вы узнаете в следующих выпусках. То есть вот 16 у нас середина. И вот эти пока два динамика у нас есть. Как вы видите, внешне они имеют разные магниты, но подробно в следующих выпусках. Обязательно следите за новостями на нашем канале, не забывайте подписываться, нажимать колокольчик, чтобы быть в курсе наших роликов. Ставьте лайки, ребята! Блин, вот как вот они хотят вот эту 5-дюймовую катушку засунуть вот 16 динамик, я вообще понятия не имею, что это вообще получится такое. Ты это, блин, лунтик родился.